Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня находимся на поле под Кривым Рогом, где посажен свекла от компании Саката Кестрейл. Здесь поле 6,5 гектар. И вот хотел показать, что будут пробовать хранить вот таких вот бигбегах. То есть вот такая вот у нас свекла Кестрейл. Здесь, на этом поле, норма высева была 650 тысяч на гектар. Так как сейчас сети у нас уменьшили проходной калибр, то есть 9 это максимальный, то было принято решение загустить свеклу для того, чтобы получить в основной массе 6-9 диаметр. Поэтому, как вы можете видеть, эксперимент удался. На крупной свеклы практически нету, которая идет выше 9. В основной массив это идет 6-8-9. Вот так вот выглядит поле. Свекла имеет отличное качество. И вчера мы меряли брикс у Кестрейла. Он идет, можете видеть, фиолетовая семечка. Брикс у данной свеклы идет 10%. Поэтому будем следить, как будет храниться она в бигбегах. Его планируют ставить один мешок на другой. То есть вот таким вот способом хранить. Поэтому также часть будет храниться в мешках. Поэтому посмотрим, что будет лучше храниться. Свекла Кестрейл от компании Саката. Вот повезли нашу свеклу.